Партию героина стоимостью не менее миллиона долларов изъяли наркополицейские в Москве. Запрещенное вещество буквально мешками перевозил в багажнике житель ближнего зарубежья. Курьера взяли с поличным возле одного из крупных торговых центров столицы. Мужчина уже арестован, сейчас у него выясняют, где находятся его сообщники. Еще одна успешная операция. Правоохранители уже в Подмосковье. Там уничтожили 5 тонн конопли. В Серебропрудском районе сотрудники ФСКН обнаружили целое поле. Все выкосили и сожгли.